Твое царство, да будет Твоя воля, Господь, на этой земле, в нашем поколении, Господь, в нашем поколении, Господь. Поднимай голодных, поднимай горящих, поднимай бескомпромиссных, поднимай, Господь, поколение огня, поднимай, Господь, в этом поколении, жаждущих видеть славу Твою, жаждущих видеть Твой огонь, Твое царство здесь, на земле, Твое царство, Твою силу, Господь, Твою волю, Господь. Огонь, 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 жажда и страсть.
жажда, да придет жажда, да придет жажда, жажда и тяга, тяга быть в твоем присутствии, быть с тобой, быть с Богом, искать Его лицо, да придет жажда, да придет жажда, 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 огонь и страсть. Thank you.
Твоем водительстве. Дух Святой, мы хотим знать, мы хотим знать сокровенное, что находится у Тебя в сердце. Дух Святой, мы хотим знать сокровенное для этого поколения. Дух Святой, мы хотим знать то, что Ты приготовил для этого поколения. Дух Святой, мы жаждем Твоего водительства. Мы просим, пусть сейчас придет Твой Дух ходатайства. Пусть Дух ходатайства опустится на нас. Пусть Дух ходатайства опустится на нас. Мы хотим говорить от имени Твоего. Мы хотим говорить от имени Твоего. Мы хотим выпускать звук от имени Твоего. Дух Святой, мы просим о Духе ходатайства. Мы просим о Духе ходатайства. Пусть Он опустится на наше поколение. Пусть Он опустится на тех, кого Ты поставил в проломе. Кого Ты избрал стать в проломе. Кого Ты поставил стать в проломе за это поколение. Мы просим о Духе ходатайства, который должен сойти на Твоих детей, чтобы начали кричать, чтобы мы начали взывать, чтобы мы начали просить, чтобы мы начали искать. О, Дух ходатайства, мы просим Тебя сойти на наше поколение, сойди на тех, Отец, кого Ты избрал быть голосом, сойди на тех, кого Ты избрал выйти сейчас из пустыни и стать голосом вопиющим в пустыне. Мы просим, Отец, сойди, Дух ходатайства, сойди, Дух ходатайства на тех, которые были рождены быть голосом, на тех, которых Ты готовил в пустыне, которых Ты учил, которых Ты кормил, которых Ты готовил для этого времени. О, я прошу Тебя, Отец, высвободи свой Дух ходатайства. Пусть Он ляжет на это поколение, как бремя. Отец, пусть Он ляжет на это поколение, чтобы мы начали просить за нашу нацию, чтобы мы могли просить, как от Твоего сердца, чтобы мы могли просить, Отец, как от Твоего сердца. Мы просим Тебя за наше поколение. Мы вступаемся за наше поколение. Мы встаем в пролом за наше поколение. Отец, мы говорим, пусть придет свобода. Пусть придет свобода от бессилия. Пусть придет свобода от беспечия. Пусть придет свобода от беспомощности. Пусть придет свобода для тех, у кого опустились руки. Пусть придет свобода для тех, кто перестал мечтать. Для тех, кто перестал молиться. Для тех, кто перестал верить. Для тех, кто разочаровался. Для тех, кто опустил свои руки. Для тех, кто сдался. Мы сейчас просим Тебя, Отец, пусть на место уныния придет Твой Дух свободы. Пусть на место разочарования придет надежда. Пусть на место депрессии придет радость. Придет радость, Отец, придет уверенность в Тебе. Придет уверенность в том, что Ты сейчас делаешь. О, Дух ходатайства, Дух ходатайства, Дух ходатайства. За наше поколение, за наших детей, за нашу молодежь, за наше старшее поколение. Отец, мы просим Тебя, пусть придет свобода, пусть придет свобода, пусть придет свобода, Бог. Мы просим Тебя, мы устали видеть смерть, мы устали видеть смерть. Мы говорим, смерти нет, мы говорим, смерти нет. Мы говорим, смерти нет! Мы говорим, смерти нет! Мы говорим, смерти нет! Ты попрана жизнью! Смерть, ты попрана жизнью! Смерть, ты попрана жизнью! Мы говорим, свобода и жизнь! Мы говорим, свобода и жизнь! Мы говорим, свобода и жизнь! Отец, мы просим Тебя! Пусть придет Дух свободы во все церквя, которые окружают нас. Мы просим Тебя, любимые, Ты так нужен им. Ты так нужен нашему поколению. Ты так нужен нашему поколению, Бог. Мы устали видеть церкви, по
грешных бессильными. Мы устали видеть душевно больных в наших церквях. Мы устали видеть отец разочарования. Мы устали видеть опустившиеся руки. Мы говорим тем, кто сдался. Мы говорим тем, кто сдался. Свобода от Бога. Свобода от Бога. Свобода от Бога. Свобода от Бога во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса мы прямо сейчас выходим против демонов, которые связывают тех, которые просто насели на этих людей. Мы связываем демонов разрухи, которые приносят разочарование, демонов осуждения. Демонов осуждения мы связываем вас во имя Иисуса. Мы говорим отпустить тех, которые не хотят выходить на свободу. Мы говорим отпустить тех, которые не в силах выйти на свободу. Мы говорим отпустить тех, которые связаны. Мы говорим отпустить на свободу тех, которые просто легли и накрыли себя руками. Мы просим, Отец, Твоя свобода, Твоя свобода, Твоя свобода, Твоя свобода. Мы высвобождаем голос неба. Мы высвобождаем звук неба. Мы высвобождаем звук неба. Мы высвобождаем звук неба. Мы говорим обещаниям Бога, которые были сказаны много тысяч лет назад. Мы говорим обещаниям Бога прийти в исполнение. Мы говорим обещаниям Бога прийти в исполнение. Мы говорим обещаниям Бога прийти в исполнение. Мы входим в то, что говорили пророки. Мы входим в то, что говорили пророки. Мы говорим, церковь, то, что обещали пророки. То, что ты говорил через пророков. Свобода, истина и жизнь во имя Иисуса. Свобода, истина и жизнь во имя Иисуса. Свобода, истина и жизнь. Свобода, истина и жизнь во имя Иисуса. Твоя свобода, Твоя свобода. Твоя свобода. Твоя свобода, Отец. Твоя свобода, Твоя свобода, Твоя свобода. О, Твоя свобода! Мы отрекаемся молчать! Мы отрекаемся молчать! Мы говорим, Твоя свобода! Мы говорим, Твоя свобода! Мы говорим, Твоя свобода! Ты выпускаешь пленников! Ты разрушаешь цепи! Ты открываешь темницы! Ты даешь надежду! 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 Полная свобода! Полная свобода во имя Иисуса! Полная свобода во имя Иисуса! Мы связываем всех демонов и бесов, которые удерживают твое поколение! Мы связываем демонов и бесов, которые удерживают твое поколение! Мы говорим повиноваться крови Иисуса! Мы говорим повиноваться крови Иисуса! Мы говорим повиноваться крови Иисуса! Мы провозглашаем новый завет твоей крови! Новый завет твоей крови, который принес свободу! Который принес свободу! Который принес свободу! Мы высвобождаем военный клич! Мы высвобождаем военный клич! Мы идем в наступление! Мы идем в наступление! Мы идем в наступление! Мы идем в наступление! Мы говорим поражение! Поражение силам тьмы! Поражение силам тьмы! Поражение силам тьмы! Поражение силам тьмы! Мы меняем послушание всяких тех, кого ты призвал! Мы меняем послушание тех, кого ты призвал! Мы меняем послушание их разум! Мы меняем послушание Иисусу, их разум, их свободный выбор. Мы говорим, свободный выбор крови Иисуса. Выбор любить тебя. Выбор повиноваться тебе. Выбор искать тебя. Выбор знать тебя. Выбор влюбляться в тебя. Выбор влюбляться в тебя. Выбор погружаться в тебя. Выбор знать тебя. Погружаться в тебя. Мы вас
истине Твоей. Мы высвобождаем Твою правду. Мы высвобождаем Твою правду. Мы высвобождаем Твою правду. Свобода! 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 Мы говорим свободу для тех, кому был поставлен диагноз, кому было сказано, от тебя нет никакого толку, кому сказали, ты никогда не поднимешься, ты никогда не победишь, ты никогда не встанешь. Мы аннулируем эти слова крови Иисуса, и мы говорим: встать во имя Иисуса! Встать во имя Иисуса! Встать во имя Иисуса! Взять свое оружие! Взять свое оружие! Взять свое оружие! Взять свое оружие! Отец, одевай армию! Одевай армию для сына своего! Снаряжай свое поколение, Иисус! Снаряжай свою церковь! Снаряжай свою церковь! Одевай нас в боевые доспехи! Одевай нас в себя! Одевай нас в себя! Одевай нас в себя! Одевай нас в себя! О, одевай нас в себя! Мы просим Тебя! Мы просим Тебя о Твоем мече Духа Твоего! Мы просим Тебя, Отец! Вложи в наши руки меч Духа Твоего! Вложи в наши руки меч Духа Твоего! Пусть придет сверхъестественная мудрость от Тебя! Пусть придет сверхъестественное знание от Тебя! Господь, довольно церкви быть тупой и незнающей! Довольно церкви ходить в темноте, не понимая, куда она идет! Довольно, 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 довольно! Мы высвобождаем, Отец, мудрость от Духа Твоего! Мудрость от Духа Твоего! Знание от Духа Твоего! Знание от Духа Твоего! Знание от Духа Твоего! Мы просим Тебя, возьми нас в военную школу! Научи нас стратегии, Бог! Научи нас стратегии! Дай нам стратегию! Дай нам стратегию! Дай нам стратегию! Отец, просто сними с нас эту пелену! Сними с наших глаз эти маски! Сними, Отец, эти очки! Мы хотим видеть четко! Мы говорим: четкое зрение нашему поколению! Четкое, ясное зрение нашему поколению! Открывай наши глаза! Открывай наши глаза! Открывай наши глаза! Открывай наши глаза! О, открывай наши глаза, видеть то, что видишь ты! Открывай наши уши, слышать то, что слышит небо! Находиться там, где находится твой дух! Видеть то, что видишь ты! Слышать то, что слышишь ты! Стратегия неба! Стратегия неба! Стратегия неба! Отец, я прошу Тебя, соедини нас с войском небесным, которое Ты высвободил на эту землю. Соедини нас с войском небесным, чтобы мы могли идти в ногу. Чтобы мы могли идти в ногу, Отец. Чтобы мы могли идти в ногу. О, я прошу Тебя во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Довольно поражений. Мы говорим: победа. 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 О, мы говорим: победа. Мы просим Тебя, вложи в наши уста меч Духа Твоего. Вложи в наши уста, чтобы из наших уст исходило четкое слово. Слово, которое будет целенаправленно. Слово, которое будет попадать в мишень. Слово, которое будет достигать своей цели. Слово, которое будет разрушать все замыслы дьявола. Слово, которое не будет промахиваться. Слово, которое не будет возвращаться напрасным. Слово, которое будет достигать своей цели. Слово, которое будет приносить победу. Слово, которое будет выпускать измученных на свободу.
услышать звук неба! Услышать звук неба! Мы говорим откликнуться на голос Бога! Откликнуться на призыв неба! Откликнуться на призыв неба! О, во имя Иисуса! Во имя Иисуса! Во имя Иисуса! Мы говорим о подняться! Встать от спячки! Встать от спячки! Открыть свои глаза! Увидеть истину! Увидеть истину! Увидеть истину! Увидеть любимого! Увидеть любимого! Увидеть любимого! Который ждет вас! Который ждет свою церковь! Который ждет свою невесту! Который ждет свою возлюбленную! Который ждет ту, которая будет красна, как молчит со знаменами! Ту, которая будет достойна своего любимого! Ту, которая станет рядом, подобная ему, похожая на него, смелая, блистающая. О, Иисус! О, Иисус! О, Иисус! Когда ты говоришь, мы не можем сказать нет. Когда ты говоришь, мертвые не могут оставаться мертвыми. Когда ты говоришь, гробы открываются. Когда ты говоришь, спящие встают и выходят из мрака. Когда ты говоришь, о, когда ты говоришь, открывается небо, и дождь начинает лить, реки воды живой начинают течь. Мы высвобождаем слово жизни. Мы высвобождаем слово жизни. Мы высвобождаем слово жизни. Слово жизни. Слово жизни. Слово жизни. О, слово жизни. Слово жизни, которое приносит результат. Тотальная победа во имя Иисуса. Мы увидим то, о чем мы молимся в эти 40 дней. Отец, мы увидим то, о чем мы молимся в эти 40 дней. Мы увидим то, о чем мы постимся в эти дни. Мы увидим это, Бог. Мы увидим это. Мы увидим это. Мы увидим тех, которые возвращаются. Мы увидим исцеление душевных ран. Мы увидим прозрение слепых. Мы увидим то, как глухие начнут слышать. Как люди потянутся к истине. Мы увидим и услышим, потому что ты сказал. Ты сказал. Ты сказал. Ты сказал. Ты выпустил это слово. Ты выпустил эту истину. И она достигнет своего направления. О, во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Отец, мы провозглашаем. Мы высвобождаем слово от Иаиля, 2 глава. Ты сказал: я возвещу вам урожай прошлых лет, сложенный саранчою, которую рой за роем, словно огромное войско посылалось на вас, Отец. Мы сейчас высвобождаем это слово, Господь. Мы верим, что этот урожай будет возвращен, Отец. Мы верим, что этот пожирающий, он уже поражен во имя Иисуса Христа. Все эти люди, все эти души, которые были украдены во имя Иисуса Христа, они будут возвращены во имя Иисуса Христа. Каждая душа, которая была украдена, она будет возвращена во имя Иисуса Христа. Иаиль 2 глава, 25 стих, мы высвобождаем это слово, Господь. Урожай прошлых лет, сожженный саранчой, Отец. Мы живем время, Господь, во время, где Твой урожай будет возвращен во имя Иисуса Христа. Те, которые когда-то горели для Тебя, те, которые когда-то знали Тебя, те, которые опустились на самое дно, те, в которых потеряли все веру, те, в которых уже никто не верит, те, на которых поставили крест, Отец. Мы просто призываем их к жизни, мы вызываем их к жизни во имя Иисуса Христа. Мы высвобождаем Твое Слово. Мы высвобождаем Твое Слово, Господь. И мы верим, что пожирающий бессилен против Твоего Слова.
каждая душа будет возвращена. Каждая душа будет возвращена во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас они вырываются из самого дна зависимости. Цепи рушатся. Мы видим, как цепи рушатся, как обман дьявола рушится, как стены и твердыни рушатся во имя Иисуса Христа. Приходит правда, приходит свобода, приходит истина. Мы высвобождаем истину Бога. Мы высвобождаем правду Бога. Мы высвобождаем огонь Бога. Иаир 2 глава. Отец, Ты сказал, что Ты изольешь от Духа Своего на всякую плоть. На всякую плоть. Не на избранных, но на всякую плоть. Отец, излей от Духа Твоего. Излей от Духа Твоего. Мы высвобождаем это обещание. Ты обещал, Отец. Иаир 2 глава. Излияние Святого Духа на всякую плоть. Излияние Святого Духа на самую плоть. Излияние Святого Духа на всякую плоть. На всяких отверженных. На всех забытых. На всех забытых во имя Иисуса Христа. Излияние Святого Духа. Излияние Святого Духа. Излияние Святого Духа на тех, которые сидят в рабстве. На тех, которые в зависимости. Излияние Святого Духа. Излияние Святого Духа. Иоанн, 2 глава, оживает. Иоанн, 2 глава, приходит в действие прямо сейчас. Излияние Святого Духа. Урожай. 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 Излияние Святого Духа. Излияние Святого Духа. Излияние Святого Духа на всякую плоть. Излияние Святого Духа на всякую плоть. Время излиться. Время огню высвободиться. Время армии подняться. Время потерянным возвратиться. Время выходить из рабства. Время выходить из зависимости. Время выходить в свет Бога. Свет Бога. Воссияй на свой свет Бога. Воссияй на них, Отец. Свет Бога. Воссияй на них. Воссияй на них. Иаир, 2 глава, приходит в действие. Иаир, 2 глава, приходит в действие. Иаир, 2 глава, приходит в действие. Мы видим высвобожденных ангелов. Войско неба высвобождено на эту землю. Войско неба высвобождено на эту землю. Для этого времени вернуть потерянных. Вернуть потерянных. Войско ангелов высвобождено, чтобы вернуть потерянных. Твой сын не потерян. Твоя дочь не потеряна. Твой муж не потерян. Твоя жена не потеряна. Твои родственники не потеряны. Потому что войско Бога высвобождено, чтобы вернуть их. Вернуть их. Вернуть их в дом Отца. Вернуть их в истину Бога. Вернуть их в стену Бога. В славу Отца. Не став крест. Не став крест на них. Пожирающий порошон. Пожирающий порошон. Иаир, 2 глава, приходит в действие. Иаир, 2 глава, приходит в действие. Господь возвращает урожай. Господь возвращает урожай. Все, что было украдено, возвращается. Твои родственники, которые были украдены, они возвращаются. Они возвращаются. Излияние Святого Духа на всякую плоть. На всякую плоть. На всякую плоть. На всякую плоть. Излияние Святого Духа.
Время для излияния Святого Духа пришло. Оно уже происходит. Увидь его, войди в него. Ты будешь видеть чудеса вокруг себя. Те, на которых ты поставил крест, они будут оживать. Огонь Бога будет загораться в их костях. Те, на которых поставили крест. Излияние Святого Духа на них. Иоиль, 2 глава. Иоиль, 2 глава. Иоиль, 2 глава. Возвращение урожая. Возвращение сынов и дочерей Бога. Возвращение сынов и дочерей Бога. Излияние Святого Духа. Излияние Святого Духа. Излияние Святого Духа на всякую плоть. Мы высвобождаем. Излияние Святого Духа на каждую плоть. На каждую плоть. Войско неба высвобождено. Войско неба высвобождено. Во все края земли собрать потерянных, собрать забытых, собрать зависимых, собрать разбитых. Войско неба уже высвобождено. Войско неба уже высвобождено. Поражающий поражен. Пожирающий поражен. Они возвращаются. Пустыни оживают. Пустыни расцветают. Пустыни оживают. Пустыни наполняются шумом народа Бога. Пустыни наполняются шумом и радостью народа Бога. Дети возвращаются к Отцу. Дети возвращаются к Отцу. Радость в доме Отца. Радость в доме Отца. Мы видим возвращение детей Бога. Мы видим возвращение детей Бога в дом Отца. Иоиль, 2 глава. Мы высвобождаем Иоиль, 2 глава. Излияние Святого Духа на всякую плоть. 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 Время пожирающего закончено. Время пожирающего закончено. Время пожирающего закончено. Слово Бога живое. Слово Бога живое. Это меч. Это меч, который уничтожает пожирающего. Твоя семья больше не будет украдена. Твоя семья не будет больше потеряна. Ты и твой дом будешь принадлежать Богу полностью. Потому что ты был верный, и ты не сдался, и ты шел до конца. И Бог обратит лицо твое на твоих родных, на твою семью. Они будут служить Ему. Потому что ты остался верным. Потому что ты не сдался. Свет Господа приходит. 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 Оно достигает самые темные уголки. Самый мрак. Свет Господа проникает и приводит к жизни тех, которые умерли. Господь их воскрешает. Воскрешает. Господь воскрешает те, которые умерли. Господь воскрешает все умершее. Господь воскрешает. Свет Господа. Излияние Святого Духа на всякую плоть. На всякую плоть. На всякую плоть. На всякую плоть. И после наступает время. И Святой Дух я пролью на всех. И сыновья и дочери ваши обретут пророческий дар.
И будут вещи и сны у старцев, и у юношей будут видения. И в те дни я пролью Святой Дух даже на рабов и на рабынь. И тогда все, кто призывает Господа, уцелеют. На горе Сион и в Иерусалиме сохранится остаток жителей, как обещал Господь, мы верим в Твое Слово. Приходит это время. Приходит это время. Ты собираешь своих детей. Ты собираешь. Ты вдыхаешь дух жизни в них. Те, которые потеряли тебя. Те, которые потеряли жизнь. Дух жизни входит в них, и они оживают. Огонь Бога входит в кости, и они начинают загораться. Спасибо, Отец, за Иаиля 2 главу. Она уже происходит. Это слово высвобождено в атмосферу. Твое войско высвобождено собрать потерянных дочерей и сыновей. Спасибо, Отец. Господь, спасибо. Это Твоя война, это не наша война, Господь. Это Твоя война. Это Твоя война. Пожирающий обречен. У него нет выбора, но отпустить всех измученных на свободу. Потому что Твое слово живое, Отец. Спасибо. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус.
Stop it. He will crush everything in its way.
generation belongs to you, belongs to you, belongs to you, belongs to you, belongs to you. Oh, Satan, we loosen your grip on this generation. We're breaking your grip, your hold. Generation belongs to the Lord. This generation belongs to the Lord. Oh, release, release, release mind, release hearts, release. We say. Обещал церковь, он уже совершил. Он просто поднимает свою церковь. У него свой план, свое предназначение для его тела, для его церкви. И я верю, что мы, наши глаза увидят урожай. Наши глаза увидят его славу. Увидят это поколение жаждущих, голодных по Богу. Аминь. Я вам хочу сказать, что наши молитвы, твои молитвы, вообще молитва, она имеет огромную, огромную, огромную силу в духовном мире. Огромную. То, что мы сейчас молимся, то, что мы сейчас высвобождаем, особенно в течение 40 дней поста, пост имеет огромную силу в духовном мире. Мы увидим это, мы увидим урожай, поверьте, церковь, поверьте, не только здесь и в глобале. Знаете, уже мы получаем свидетельство, очень много свидетельств на то, о чем мы молимся и постимся в эти 40 дней. Я вам говорю, что молитва имеет силу и имеет огромный вес в духовном мире. Поэтому не переставайте ходатайствовать, не переставайте молиться. Если Бог вам ложит кого-то на сердце, просто не оставляйте это, ходатайствуйте, молитесь, пробивайте эту атмосферу, не останавливайтесь. Вы увидите этот урожай, вы увидите урожай, ваш урожай. Ваш урожай, вы его увидите, потому что то, что Бог делает, Он делает все в правильный сезон, в правильное время. Поэтому то, что Он сейчас делает, это сезон для этого, и мы увидим Его урожай. Я сильно верю в это. Окей. Хорошо, благословения вам, родные. Увидимся в воскресенье.